Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, мы от лица всех предпринимателей хотели бы к вам обратиться. Недавно вами был подписан законопроект о полном запрете вейпинга в Казахстане. Дело в том, что мы за здоровую нацию, мы полностью с вами согласны и поддерживаем ваше решение. Дело в том, что вы дали нам на реализацию товара всего 60 дней. 60 дней – это недостаточно, к сожалению, для реализации, для полной реализации нашего товара. В нашем стоке у всех товара почти годового запаса. Мы его набирали, везли из других стран, сами понимаете. Поэтому сейчас просто физически мы не можем в течение 60 дней реализовать данное количество. Сейчас мы просим вас дать нам отсрочку до 1 января 2025 года. За это время, в принципе, я думаю, мы всеми силами успеем реализовать количество данное, которое у нас у всех имеется. И, в принципе, согласны с вашим решением, пусть оно будет таковым, но дайте нам время, поскольку мы все, в первую очередь, предприниматели, да, но также мы и родители, мы люди, которые предоставляют работу другим людям, у которых также есть дети. Поймите, это цепная, да, вот эта вся цепочка, от которой вот все зависят. То есть зарплаты людей, мы на что-то должны кушать.